Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами возвращаемся на четвертый раунд «Царь горы». Будем с вами обсуждать, как и что у нас здесь будет происходить. Слева Евгений, против него Андрей на горе. На правой дорожке у нас Денис и Павел. И уже начинается страйк. Страйк от Евгения. Денис справа тоже страйк оформляет. Ну что же, вот она заруба, потому что следующий, пятый раунд будет финальным. Андрей выполняет бросок, шар летит посередине и попадает на сплит. Очень жесткий сплит. Павел выполняет бросок, шар переходит первую кеглю и только пол пирамиды пытается остаться, пытается улетать шаром. Андрей выполняет бросок, подкручивает и рисковал жестко. Но понимал, наверное, в душе, что не сбить ему ничего. Павел сбивает одну последнюю кеглю филигранно, но смысл не в этом в боулинге. Так, Евгений слева будет выполнять бросок. Шар подкручивается, попадает! Попадает ровно в первую на миллиметре, просто от сплита был Евгений. Еле-еле упала последняя левая кегля. Осталась одна, ну что же, он доволен. После страйка неплохо. Смотрим, Денис будет справа выполнять бросок. Шар подкручивается и падает. Евгений слева не попадает. Отличный шанс для Андрея. Отличный шанс для Андрея после сплита, ему самое то, чтобы не разогнался соперник. А у Дениса комбинация 3-9, это Индиана, когда за кегли стоит кегля. Андрей выполняет бросок, шар подкручивается и чуть-чуть влево уходит шар. Оставляет мини-пирамиду, Денис точно выпадает. Ему это Индиана, и он точно ее реализовывает, потому что ровно в лоб нужно попасть. Так, Андрей выполняет второй бросок, шар уходит вправо, не получается. Павел выполняет бросок, остается одна кегля справа. Два опена оформляет слева Андрей. Посмотрим, как Евгений будет давить. Шар переходит в Бруклин и сплит. Ну что же, что-то на левой дорожке не идет. Павел выполняет бросок, шар подкручивается и отлично. Отлично, точное попадание от Павла на правой дорожке. Смотрим, как будет Евгений реализовывать сплит. По идее, либо в пятую кеглю нужно попасть слева или справа. Денис выполняет бросок, шар уходит чуть правее. Оставляет две кегли, и Евгений просто добивает серединку. Денис мастер попадает на Индианы. Но ничего не поделаешь, конечно. Попадать на них можно, но лучше их всегда добивать, закрывать. Андрей выполняет бросок. Без какой-то дополнительной силы падает десятый кегли, иначе был бы сплит. Остается одна. Денис выполняет бросок, подкручивается шар, но не доходит до первой. Отлично, он вагоном сбивает вторую и восьмую. Но первая не была тронута, и поэтому open frame для Дениса. Так, второй бросок Андрей слева выполняет. Не пытается он вкладывать силу, точность. Судя по всему, его конек. Павел выполняет страйк. Отлично, разгончик. Будет ли комбинация от Павла?
И Евгений после двух открытых выполняет бросок, попадает в Бруклин, еще один сплит. Вот это да. Мастер сплита. Поддержка от коллег. Денис выполняет бросок, попадает в первую. Как она рушится, но все-таки тоже страйк не отпускает. Денис Павла, нет. Будет заруба однозначно. Евгений выполняет бросок, одна кегля улетает. Очередной open frame. 54-36, как мы с вами видим. У Павла не получается в правую сторону пирамиды попасть, и поэтому у нас заборщик. Андрей слева выполняет бросок. Шар подходит в правую сторону и страйк оформляет Андрей. Павел выполняет бросок, не доходит шар до первой кегли open frame. Ребята налево борются ровно у них. И справа 58-54. Тоже ровненько. Евгений выполняет бросок и падает последняя кегля. Страйк на страйк. Денис выполняет справа. Шар подкручивается, хорошо попадает. Дабл оформляет Денис. Два страйка подряд. Именно так называется это все даблом. Чем ответит Андрей? Выполняет бросок, шар потихонечку, и девяточка улетает. Павел выполняет бросок в левую сторону, опять уходит шар. И центральные кегли остаются. Так, 56-40. Андрей потихонечку добивает. Отлично. СП оформляет для себя. Плюс 10 где-то у Андрея. Павел выполняет бросок. И опять влево уходит шар. Еще один open frame после двух страйков. Неужели Павел уже поплыл? Евгений выполняет бросок. Не доходит до первой кегли. Все та же комбинация, как вы замечаете у нас. Если попадает в левую сторону, именно и с элементами Индианы попадаются комбинации. Денис выполняет бросок. Все падает, но... Но также две. Вот она, Индиана очередная. Евгений добивает. Нет, не все. Разлетаются кегли в разные стороны. И самая дальняя остается на доске. Ну что же, шанс для Андрея. Надо пользоваться после СП. Надо сбивать побольше, как говорится. Денис выполняет бросок. Отлично у него получается добивать. Андрей выполняет бросок. И 7, наверное, сбивается. Нет, 6 даже. Но все равно он плюсует к себе. Нужно добивать это все. Павел выполняет бросок. Отлично летит в карман. Все-таки мессенджер добивает дальнюю левую кеглю. И 2 остается. Андрей выполняет бросок. Пытается он на тоненького и точненького. И у него это получается. СП очередной оформляет Андрей. Отставание 10 очков. Но Андрей на бонусе. Павел выполняет бросок. Отлично на силу пробивает Индиану. Евгений выполняет бросок. Переходит первую кеглю. Но страйк. Немножко потерял изображение. Страйк оформляет Евгений. Ну что же, будет ли это психологически давить на Андрея? Потому что если будет реализованный страйк,
Пойдут очки, Денис выполняет бросок, Страйков роляет от себя, Андрей запуливает шар. 9 очков, неплохо удваивает он. Отставание справа уже очень велико. Павел подбрасывает и сбивает всего лишь одну кеглю. Очень далеко он швырнул шар. Андрею нужно всего лишь одну кеглю сбить слева. Также на тоненького. Ох, как он попадает. Справа Павел выполняет бросок. У него опен остается. И все уже, судя по всему, он потерял нить приключений и победы. 79 против 124. Денис на страйке. Дополнительные броски сейчас будут. Евгений слева будет после страйка выполнять бросок. Ну, ребят, 84-100. Все еще впереди. Евгений выполняет бросок. Не получается у него оформить дабл. Два страйка подряд. Только 8. И центральный кегли. Ну что же, СП. Отличный результат. Нужно просто добить две последние кегли. Итак, что у нас на правой дорожке? 4 кегли стоят в кучке. Денис выполняет бросок. И отлично разлетается у него все это. 140 уже. У Дениса 144 даже после страйка. Действительно, Евгений делает опен. Как бы это была не роковая ошибка. Павел выполняет бросок, переходит первую. Ух, совсем уж сильно все это уходит. Что же, 100-100 мы видим слева. Но Андрей на бонусе, и шар заходит чуть-чуть левее. Почти во вторую попадается и элемент Индианы. Комбинация 1-3-9. Павел выполняет второй бросок и также не добивает. Не попадает он в правую часть пирамиды. И поэтому он не дает шансу совсем на миллиметр ошибиться в левую сторону по перекруту. Андрей пытается прицелиться. И отлично. Отлично добивает. Именно в добивании вся сила в боулинге. Смотрим. Денис выполняет бросок. Шар попадает ровно в первую. Сплит. Вот эта комбинация, которую почти... нереально сбить. Евгений плюс 9 себе дофармливает. Смотрим за Денисом. Он должен и обязан пытаться, хотя уже отрыв очень велик. Там 70 очков. В принципе, ему уже все равно. Да, попытался сбить все кегли, не добирать. Но может себе позволить перед последним фреймом. Евгений выполняет бросок. Ух, как точно. Но не поздно ли он спохватился. 110 сейчас. И СП на нем. Павел выполняет бросок. Опять переходит шар в левую сторону. Андрей слева выполняет бросок. Шар потихонечку. И сплит. Павел выполняет. Одна кегля. Посмотрим. Вот она уже ситуация, которая интересна. Слева у нас сплит. Андрей не закрывает. И получаются шансы для Евгения на последнем 10-м фрейме. Андрей пытается на тоненького. Пытался... но немножечко не хватило, надо было посильнее, судя по всему. Денис выполняет бросок, последний 10-й фрейм, о, страйк, ну нет шансов. Нет шансов для Павла. Евгений слева. Плюс 24 у Андрея, 3 страйка спасет. Евгений, первый страйк.
130, 130, а у Андрея 134. Что же? Что же, как будут развиваться события? Слева заруба. Евгений выполняет еще один бросок. 9. Не получится много добрать. 140 максимум. У Евгения. Денис выполняет последний свой бросок на тоненького и точненького. 179, судя по всему, ну что-то очень неплохо. Евгений, последний бросок, не попадает, 139 окончательно. Андрею нужно всего лишь 5 кегель вбить, и будет ничья. Ну что же, посмотрим, пойдет ли на такие уступки. Судя по всему, нет. Павел справа просто растренировал плечо. Андрей сбивает уже явно 7. И уже выходит победителем. Ну что же, тут всего лишь нужно доигрывать. Итак, на правой дорожке у нас победил Денис. Он перейдет налево, возвращается на гору. Андрей добивает еще дополнительный бросок. Будет у него в 10 фрейме. Павел проиграл, он с середины дорожки пойдет направо на претендентскую. И Евгений, проиграв, уходит направо на среднюю. Андрей выполняет последний бросок. И плюс 9, качается, но плюс 9, 153 он оформляет, побеждает Евгения. Ну, как раз.